Итак, друзья, добрый вечер. Сегодня я хочу сделать вот такой вот видеообзорчик, точнее отчет для одной девушки, которая живет в Израиле. Короче, спонсором сегодняшнего видеоролика является Елена, которая живет в Израиле, еще раз повторюсь. Она проспонсировала мою охоту. Короче, она мне прислала 100 евро. 100 евро по нашим деньгам это 7 тысяч рублей. Это вообще грамотно. Ну, короче, вот из этих 7 тысяч я потратил 3100 рублей на вот эти вот патроны, короче. Приобрел я, короче, 3 пачки по 25 патронов без контейнерной четверки фетр. И купил, короче, контейнерную четверку тоже фетр. И, короче, купил вот Magnum 76 патроны. По-моему, они у меня тоже бесконтейнерные. Или контейнерные, я уже точно не знаю. Бесконтейнерные, короче. У них навеска дроби получается, сейчас скажу. 44 грамма. Вот видите, друзья, вот 44 грамма у нее навеска пороха. Дробь номер 3. Вот контейнерная четверочка 32 грамма. И бесконтейнерная четверочка 36 грамм. Видите? Короче, вот дальнейший видеоролик будет снят именно с охоты. Буду охотиться на перелетах на утку. Пока что у нас сегодня 11 октября 2019 года, друзья. Короче, вот, ставим вот такой вот лайк, оставляем комментарий, подписываемся на мой канал, ожидаем классную охоту на перелетах. Вот, видите, друзья, большое спасибо тебе, Елена. Ну, короче, я тебе спасибо отдельное передам с охоты. Все, друзья, завидуйте молча, имейте хороших друзей, хороших подписчиков. Чтоб они вам задонатили, и чтоб ваши мечты, кто любит, ну, постримить там, подонатить, как бы, попринимать донаты, вот как бы, ну, как-то вот так, не знаю, что еще вам сказать, короче, друзья. Всем пока. Ставьте лайк, еще раз скажу вам. И заходите ко мне почаще на стримы, и я буду к вам заходить на стримы. Все, всем пока. Итак, Елена, спасибо тебе еще раз за твой донат. На твой донат я купил 130 патронов. Как-то вот так. И, короче, сыну игрушки купил. Но игрушки потом покажу. Все, ставим лайки, подписываемся на канал. Лена пожелала быть неизвестной. Никому не скажу, кто такая.